Казани разыскивают насильника. Личность мужчины пока не установлена. Следствию известно, что днем 11 сентября он вошел в подъезд дома по улице Дементьева за 8-летней девочкой и надругался над ней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемый разыскивается. Его приметы: на вид 35-40 лет, телосложение худощавое, волосы темные, короткие, губы тонкие. Был одет в коричневую куртку и светло-синий джинсы. Есть особая примета – невнятная речь. Все, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам, что сейчас на экране.